Так, привет. Продолжаем. Сегодня опять давайте скупнемся. А то чувствую. Что-то попахивает, давно не мылись. Так, ну, вроде вымылись. Сегодня опять, наверное, сходим в пещеру. Так, меч у нас есть, кровать есть. О, сколько железа. Ну, железо пусть пока здесь. Оно пока без надобности. А, нет, мы сегодня давайте еще порубим тогда. Так, а еще рубить? Тут железо не осталось. Нет, не осталось. Ну, давайте-то топор сделаем, чё ж. Все элементарно. Так. Да, и потом мы это оставим здесь на тот случай, если нас почикают где-нибудь. У нас будет... Тогда сначала сделаем. Так, так, топор. Вот. Один топор нам хватит. Так, так, все. Это лужа. От греха подальше сюда. Ну и все. Что там, но наступила ночь, что ли? Эх, в натуре, прикиньте, ночь. Так, спим. На веранде поспали. Да, меня что-то уже начинает подбешивать, это вот му-му-му-му. Это как Герасимка отопил свою му-му просто вот в лодке, да, кадр. Она на него так глазенками смотрит. А он на нее тоже так посмотрел и сказал му-му и пиздец. И утопил, короче, собаку. Так, давайте рубать тогда забор. Пусть коровы разбегутся. Все равно я чувствую, что им тесно. Спасаем коров сегодня. Так, тихо-тихо. Сейчас мясо наберем заодно, они же попадаются все равно. Хотя бы одну сторону уберем, потому что все равно толпятся они. А я вот отсюда сейчас фонариков-то и наберу, тут тоже много очень фонариков. Так, давай рубись. А ну вот, а че вы это? Не, ну тут-то я вам копать не буду, пошли вы нахер. Вот тут еще если только сделаю. Потому что вы же коровы, еда. Еда. Блин, а? Ну уйдите, что ли. Сейчас хотя бы досюда такой угол сделал. Сами же простор не будь, ё-моё, мешаетесь вы тут. Да уйди ты, смотришь на меня глазами. Не буду я тебя есть. Иди отсюда. Так. Давайте вот так вот сделаем. Надеюсь. С насиженных мест не уходят. Шерсть, да уйди, блин. Так, все, хорош. Давайте, разбредайтесь, блин, задолбали вы меня. Сейчас посмотрим, масштаб бедствия, ну да. Сколько трудов. И понимаешь, что можно было и без этого. Ну ладно, зато весело, можно вот седлать их жалко. Нельзя. Ну-ка, нет, нельзя.
Так, у нас. Так, мы, ну, в принципе, мы сможем всегда вернуться. Да чё, вот прям как будто нам что сделают, что ли? У нас все есть, он. Затылок золотой, бронированный. Так, я что-то не понял, откуда я-то вылез. Что-то непонятно. Тут ли... А, вот тут, наверное, вот точно. Коровы! Ладно. Без паники. Ступенек у нас нет. Ну чё, все, меч. Этот сейчас добьем. Это на прозапас поставим новый. Пенсионная такая движуха, все на прозапас. Так, ну и все, спускаемся опять в дебри. Да, и фонарики нам. Чудом, блин. Вот паразит, а. Не заметил, а тебя. А тут срочно все заставить фонарями. И этот, вот где они там появляются, тоже захерачить. Так, а тут что же, ничего мы не сделали, что ли? Ничего себе, мы еще тут не были, охереть. Так, уголь, короче, нахер. А, фу, ништяк. А-а-а! Иди сюда. Поучело, блин. Я что, давай, что, не достаю, что ли? Давай так, а вот так, во, видишь? О. Так. Что, еще, еще? О, еще есть ништяк. Так, сюда, сюда. Что-то я не... Короче, пещера вообще тут очень длинная. Так, давайте пока так вот. Тупик? Тупик вроде бы. Ну, с намеком, что он туда можно залезть. Там ничего нет, вроде я ничего не вижу пока. Так, идем дальше. Так, где-то наверху, да, было у нас? А, вот. Так. Все. Один только. Ну, один тоже хорошо. А, вот. Так. Сейчас мы все осветить надо тут. Да блин, тут ходов, ё-моё. Ага, еще увидел кое-что. Так, давайте опять копнем. Будешь? Нет, отлично. Так, надо тут поддолбить чуть. Как в пещерах. Да никак, а прям как в пещере. Да, железный прям круто пашет. Кирка. Так, вставляем. Оп. Ого. Так, а мы откуда пришли? Вон оттуда, да? Ну ладно, сейчас запрыгнем сюда. Давай, не стесняйся, что-то. Угу. Есть. На жопе клещ. Мухоморы, что ли, какие-то. Чудом. А, свет. Срочно свет. Мухомор нашел. Вообще крут. Кондрат. Кондрат, иди отсюда.
Да тут все в грибах, блин, наркоманы, короче. Продолжаем. Немного отвлекся, но вы, наверное, может, не заметили. Так, сейчас мы эти... А грибы, нахера нам столько грибов? Это вообще что хоть такое? Ну, гриб, понятно, что гриб. И это гриб, да? Два гриба, короче, нахер никому не нужны. О, вот это вот, я понимаю. Опять что-то нашел. Да, тут вообще круто. Полазить-то можно круто. Так, сейчас мы фото получше сделаем. Так. Оп. Оп, оп. Сюда, сюда. Отлично. Чувствую, что я заблужусь в скором времени. Ну, хотя наверх-то всегда можно вырваться. Главное, чтобы на пруд не напасть, на болото. Уже 9 кусочков. Так. Вода. Воду, может, заткнем. Все, воды нет. Этот какого? Взрывоопасный. Отстань, противный. А, взрывная волна. Все фонарики мои, блин. Потушил, паразит. О, он это, железо добыл. Молоток. Так. Сейчас побольше сделаем. Кондрат, иди отсюда. Кондрат. О, он столбец еще. Да, железо, короче, вообще не проблема. Если есть проблема с железом, пиздуйте в шахты. Тут его до хера, короче, уже проблем. Я вон, уже там дом до хера еще. Я постоянно что-то пытался сам рыть там, столько времени терял. Так. Ах ты, изыди, угольком прижгу. Что-то он там стоял, там посрать, что пришел. По-моему, это он больше напугался, чем я. Ага, вон там что-то, да, есть. Проверим тогда. Ай, сломался. Вот как хорошо, что я две сделал. Нет, давайте это так сделаем. Во! Отлично. Так, все что-то орут. Вокруг зомбаки, короче. Где-то рядом зомби. Так, ну а мы это... Ладорунер, или как там? Добытчики. Ого. Вот это поворот. Все, подпол, да подпол. Как там, ну-ка. Да ё-моё. Ладно. Мы, в принципе, с этой целью и залезли сюда. А, палки есть. А уголь найдем. Все нормально. Я думал, возвращаться придется. Так, а где? Вон там. Паразит. Так, фонарик, я ничего не вижу. А, фонарики, фонарики. Ну все, тебе, так по-русски сказать, пиздец. Все, есть. Готов. Готово, дочь Попова. Так, кто-то опять там гремит. Ага. И зашибу. Ах ты паразит. Да блин, ты чё?
Ну, они это, дамаг маленький наносят, поэтому. Дамаг мне здесь по барабану. Так, тут вот уголь. Как раз сейчас давайте угля копнем. Потому что у нас подходит уже. Наши угольки. Вот, теперь делаем. Эх, я весь как индеец. Так, вот, вполне можно еще полазить. Так, кто тут? О, опять мы нашли. Железо. Уже, конечно, охота. Алмазы, алмазы. Это же шахтерская болезнь. Когда железа нет, охота железка. А желез... А-а-а! Да блин! Ой-ой. Кто стреляет? Так, ну он по мне вроде не попадает. Не попадает. Паразит. Так же нельзя делать. Ай, блин. Ай-яй-яй. Так, ладно. Так, вроде спрятались от него. Вот, сука. В натуре. А я тут. Буду сигналить фонариками. Да, вот тут сейчас, конечно, лук бы. Так. Ай-яй. Сейчас мы его дадим, блин, джазу ему. Паразит такому. А, ты вон что где? Надеюсь, ты меня не задамажишь. Потому что я тебя сейчас пришел сюда убивать, скотину! Неблагодарно. Сколько кровушки не попил, а? А, да, конечно. Так, ну чё, предлагаю вот тут сейчас вылезти нам. И мы как раз вот тут вот будем, знаешь, что тут заход как бы в шахту. Потому что у меня-то интерес в шахту залезть. Вот. Так. Извиняюсь за темноту. Чем что-нибудь. О! О! Другое дело. Сейчас, ну куда должны мы выйти? Так, это тогда убираем. Ну, глоток свежего воздуха. Так, охотка. Его все нет и нет. Оп. Так. Этот нахер. А, зачем я так сделал? Ладно, так, во. Поднимаемся. О, пожалуйста. Все, пошел верхний слой и ништь. Охуенно. Ну, круто, короче. Сейчас специально тут оба от них вот так вот надо прятаться. Так. А сделать нихера не могут. Сейчас заночуем-то. Вот так вот я ночую обычно. Ну, а почему бы нет? Наверху не поспать. Блин, а монстры. Поганые. Так, ладно. А если мы вот так вообще влезем? Сколько-то должно быть квадратиков, наверное, да, чтобы... Вот так. Вот. Ну и вот. О, вообще круто. А, где я, да? С утра проснулся, вон все зомбаки горят. Так.
А, это вот мы куда ж уползли. Это вон, видите, как откуда мы... Блин, так нормально. Так, ну теперь классика. Разбираем то, что настроили. Высоко. Надо вот так хотя бы. Все, норм. Не ссать. В компот там повар ноги моет. Не пили, сук, под собой, да? Ты же ёбнешься. Колдун, ё... Так, немного юмора было. Тан-тара-тан. Ну вот, тут, короче, будет тоже заход под эту. Под шахту. Сейчас давай дойдем до дома. Не, отлично, по шахту. Чё я раньше не лазил? Прям круто. Такие еще здоровые они там. Тростника хоть жопу ешь. А! Сказал я и провалился. Ну давай, ты чё, лопат, ты же у нас. Оба, оба, и все. Оба, и все. Так, коровы не убегают. Ждут сено, видать. Да вон прям с полей ешьте, ё-моё. Прям проблема. Давайте этот забор что ли снесем тоже. Не нужен он. Короче, аккуратно можно лазить по шахтам. И это не может не радовать. Опять появляется небольшой интерес к данной игре. Не буду скрывать, пропал он у меня недавно. Сейчас опять норм. Тут что-то какие-то пляски еще идут. Так, так, так. Сейчас вот это докрошим, чтобы они... Взяли и ушли. Ну хотя бы чуть подальше. Не тут прям тусовались. Но все равно расползаются они. Скажем, днем коровий регион все больше и больше. Так, давай. Так. Тихо, ушли и ушли отсюда. Давайте делать что хотите. Сюда зашли, что ли? Да. Тут вообще для курей есть еще. Ну ладно. Тут сейчас курицу с днем с одним не да, так. Курочки бы дай похавать. Ага, где ты ее найдешь? Ну где-то тут есть. И достаточно немного, если, конечно, корову не съели. Так, русская народная забава. Спусти корову вниз. Ну ладно, так, это позабавимся сейчас. Так, эти, не надо стесняться, товарищи. Давайте проходим все там. Да там вода не разобьется, не ссыте. Вон, смотрите. Коровы-паркурщики. А, серферы. Так, ну давай, давай, вы чего, не надо стесняться. Там, да не кусается, там, там все свои, такие же пятнистые, с рогами. Ну, рог у вас, правда, нет? Рогов. А, тормозит. Так, идем домой. Вроде растормозилось чуть-чуть. Железо сейчас закинем в печь. Так, железо раз. Да, нам по сути. Ну, палки есть. И все, что нам еще надо. Ничего, уголь там потом найдем. Давайте выкинем ненужные вещи, чтобы в следующий раз сразу пойти.
И кто знает, что из грибов можно сделать. Давай, там отвар какие-нибудь. Буду только рад. Так, яйцо, песок. В принципе... А, ну заборы эти тоже не нужны они нам. Стейки нужны. Это не надо, это не надо. Это мы все там, в принципе, находим. Стрела. Ну вот все самое необходимое. А, еще это. Кирку надо сделать. Хотя бы одну. А это что такое получается? Весовая нажимная пластина. Так. Ну, теперь можем прям смело идти. Надолго хватает. Так, броня у нас все в ажуре. Ну что, давайте до следующих разов. Так, всем спасибо. С вами был Макас. Всем пока.